Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Ці пухнастики причаровують з першого погляду. Вони милі та тендітні створіння. Про маленьких собачок породи шпіц ми будемо говорити у нашій студії. І запросили вже собачок, ось вони троє, і чорненьке, і біленьке, і руденьке, і, звичайно ж, власниця питомнику собак породи шпіц Інна Маркова. Дуже раді вас бачити, і дякуємо, що прийшли не самі, а принесли з собою ще і ваших улюбленців. Отож, такі милі створіння, як собачки породи шпіц, вони, мабуть, виведені були зовсім недавно, так? Так, звісно. Чому ось захотілося саме таких? Вони такі, знаєте, трошки лялькові, такі якісь схожі на іграшок, але настільки милі. І полюбилися, полюбилися всім. Ви знаєте, породу эту вивели, они же были большие собачки, да? Ближе к 2000-м годам их скрещивали как бы между собой и выводили все меньше, меньше, меньше. Но скажу так, что по своему опыту, чем меньше, они еще меньше есть собачки. Во взрослом виде меньше, чем вот эти вот маленькие полугодовалые. С маленькими очень трудно, очень тяжело. Ну, как бы, люди есть, заводят себе малышей. Ну, да, а маленькие-то насколько они маленькие? Совсем? Ну, если я вам объясню, если здесь 2 килограмма, допустим, полгодика, то там во взрослом виде 2-3-годовалые 1,2 килограмма, 1,3, а может быть и до килограмма. То есть это очень маленькие. С такими собачками тяжело. Эти собачки уже полегче. То есть если она прыгнет, ничего не случится ни с лапкой, ни с ней ничего не случится. И так же самое с маленькими. Но как бы маленькие они, как вам объяснить, они интереснее. Но уход очень тяжелый за ними. Это средний, это стандарт. Оптимальные такие собачки, так? Вони и розміру такого, і не дуже маленькі, і не дуже великі, якраз такі зручні для того, щоб їх можна було вдома тримати. Ну і милі, звичайно ж. Ну такі просто неймовірні собачки. Як довго вони у вас, і як довго ви займаєтесь розведенням порід? Наш старший мальчик, йому 8 років. Выставочная карьера у него началась 6 лет назад. 6 лет у него выставки идут. Так, это они все выставковые, так? Да, 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 да. Мамочки... Они побачили собак. Да, да, себя. Себе. Да. Думают, может, там кто-то еще. Ну, просто неимоверно. Разошлись. Нельзя. Разошлись. Уже знают, что там кто-то есть, бачить себе сбоку. Кто там, кто там? Нельзя. Как их звать? Инна. Это Лейла, это Вера, это Белла. Ага, три дівчинки. Да, да, да. Но у них как бы по документам свои имена, а я их называю своими именами. Ага, и в них по документах просто зовсім інша історія. Чи не шкода вам потім прощатися з ними? Бо знаєте, як собаки, ви їх викохали, ви за ними дивилися, ви бачили, як вони народжуються, а тоді ось так продати чи віддати. Ви знаєте, тяжело, но когда их очень много, уже просто, ну, как бы я их выкармливаю для кого-то, я делаю кому-то добро, я считаю хорошо, да, выкармливаю, выпаиваю, но когда их много, как бы, а сколько уже у вас всего? Сейчас пока 5 и 2 у мамы. 7 собачек, да, все. Да, да. Планируется больше, планируется больше, да. И как швидко они расходятся, как швидко их забирают? С 3 месяцев. С 2-3 месяцев. С трех месяцев и до полугода. Как проходят прививки? Первая прививочка идет, вторая. И, в принципе, в 3,5 месяца можно забирать щенка. Ох, і розійшлися ви, дорогенькі. Ось, справді, мабуть, собаки, які привчені до команд, вони, мабуть, себе інакше поводять, чи ні? Ви знаєте, ні, ви маєте в виду, що гавкають? Ні, ну гавкають, то зрозуміло, що вони ж побачили собак, і звичайно, що їм хочеться привітатися. Вони у мене послушні, але, як би, виховання йде з самого-самого раннього дитинства.
Если собачку, как бы тут такое у меня, да, и кнут, и пряник, если собачку не ругать, она будет, это мелкие породы, они будут кусаться, они будут, если ее не учить, ничего с ней не делать. Вот чисто щенок родился, и ты его на самотек бросаешь. А когда учишь ее, когда там, допустим, ругаешь, это тоже нужно, при их породе, я считаю так, вот, тогда они послушные. У меня, допустим, с машины, когда я открываю дверь, пока я не скажу, что можно, можно выходить, а я ж дивлюсь, вони не встають, вони сидять на дивані, ніхто не пішов, ніхто не ходить, нікуди, вони тут. Мамочка буває, може, ну так. Знають вони, що є в них своє місце, їм треба сидіти, і вони вас... Я вважаю, так, з дитинства потрібно приучати. Так. Ну і це така серйозна робота, кропітка дуже, тримати тварин, вчити їх годувати, і треба, звичайно ж, якесь правильне харчування. Як ви харчуєте своїх улюбленців? Некоторые считают, что собачку нужно, ну, как бы с питомника, с самого детства мы кормим их кормом. Там есть все, что нужно для собачки, то есть это сбалансированное питание с самого рождения. Где-то с месяца я начинаю растворять в водичке корм, и с месяца они кушают уже, и мамино молочко допивают, и бывает, некоторые детки, когда маленькие рождаются, я докармливаю с пипеточки, молочком сухим, ну, розбавляю, як дитяча смесь. Дитяче харчування спеціально для собак розроблене? Да, да, да. По вкусу я пробувала ідентично, у мене двоє дітей, да, ідентично молочку дитячому малышу, вот, і викармлюю з, виходить, молочко буває даю з самого рождения, якщо не вистачає щеночку, він маленький родився, а корм уже з годика. Ой, фу, господи, ну, я зрозуміла, з місяця, що вже з місяця, місяця можна їх догодовувати вже таким, такою їжею, яку вони будуть їсти весь час. А далі вже вот чоловік покупає, і він для себе, мої взрослі собаки, питаються 50 на 50. Это и корм, и мясо, любое мясо, разные виды, и рыба, и каши. Вот. От кажуть, що справді є ось таких особливо порід визначене харчування. Тобто, якщо їх, наприклад, годувати не кормом, а лише їжею зі свого столу, то будуть проблеми. Чи так це справді? Да, не для всіх. Кожна собака – це індивідуально. Есть белые собаки, которым нельзя вообще пищу давать со стола, никакую. У нее будут очень сильно течь глаза. Она может пожелтеть со временем. Это белая. Значит, остальные собаки 50 на 50. Есть собаки, которых переводят, но уже сам владелец, который покупает собачку, он для себя решает, как ему проще, это раз, и как собачка ее желудок воспринимает, это два. Потому что есть собачки, не воспринимают корм, есть собачки, которые не воспринимают обычную пищу. Двое детей еще у вас. Ін, я не знаю, как вы все это встигаете в своем жизни, чтобы было много тварин и дети, и все разом. Ну, вы же пока еще зараз вдома, так? Не працюете, основной такой занятости немає. Вот работа моя. Оця работа, це ваша. Ну, тобто, так можна цілий день, я вам скажу, непогано таки побігати за тваринами, за дітьми. І, мабуть, секрет вашого вигляду зовнішнього. Непогано виглядаєте, дуже гарно. Це, мабуть, через те, що ви постійно в русі. Собаки вас виховують. Ви знаєте, може бути не тільки по цьому. У мене по питанню, можливо, це неправильно, але я можу покушати один раз в день, у мене не вистачає просто часу сісти просто утром, коли люди садятся, кушают, там, в обед садятся, да, всей семьей. У меня просто на это не хватает времени. То есть я пью постоянно воду, 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 воду. Я поем какую-то кашу, поем какой-то супчик. Все, вот, это мое питание. Можем где-то перекусить, но, может быть, как бы... Ну, Ін, треба, звичайно, що більше про себе дбати, тут зрозуміло. Это, конечно, але да, я думаю, да, що коли попідростають діти, і вже з тваринами буде більш-менш зрозуміло, куди їх кому віддавати, і що робити, так, з цим питомником, бо це дуже така серйозна справа. От вляглася вже собачка, вже відпочивати. А як вони сплять? В день чи вночі разом з вами? І днем, і ночі.
Взрослые собаки, они ходят в основном днем за мной. Маленькие, конечно же, они бегают, у них много энергии, они и днем, и ночью готовы бегать. А взрослые такие собаки просто, все, что я делаю, все и они. Я пошла, села куда-нибудь, они возле меня садятся и ждут. Пока. Взагалі, коли людина заводить домашнього улюбленця, особливо, якщо це собака, то це справді друг, і він буде з вами. Якщо він буде знати, що ви його господар, то все. Це собака навіки ваша. Да. Чи так само зі шпіцами? Чи вони такі ж, чи в них трохи інакше ось таке уявлення про свого господаря? Вони дуже преданні. Це преданні собаки, але головне, що з дитинства цю преданість вона показує. Тобто ви їй, она вам. Если треба вы ей будете, ее, конечно, да? Если вы будете отдавать себя всю сполна, то есть собачка а вони будет, відчувають, конечно, так? Відчувають. Да. Ну, видно, що от ось ця середня собачка, вона така маленька, така на лисичку похожа, да, дуже да. гарненька. Скільки їй вже? Їм полгодика. Они еще скидывают, вот если вы видите мордочку, значит, она скидывает, начинает пырзеть. Мордочка становится как у обезьянки. Всю эту шерстку она скидывает, и начинается вот детский, который под шерсток был. Здесь рост шерсти уже вот взрослой собаки. Вот будет вот довший, так? Довший ну, будет. Она будет более набитая. Вот здесь вот она набитая шерстью, и то она подстрижена, уже деток рожала. Вот. А здесь еще детский подпушек, который вылезет, и она превратится в такого хорошего, красивого шпица. Ну, они с веком стают еще кращими, да, так? Да, набирают шерсть, очень красивые, очень. Маленькие тоже дуже гарненькие, мабуть, через те, що в них така мордочка дитяча, дуже схожа на лялькову. Вони ще маленькі, так. Да. Ну, такі чудові собачки. Як вони, чи можуть вони йти до рук? Наскільки легко вони йдуть до чужих людей? Якщо приучати, у нас, допустим, діти граються, от я вам скажу, во многих питомниках, я считаю, хорошо, когда есть дети, и когда, да, вот девочка, она не любит, она очень не любит, когда, потому что ее дети бывают, там могут там потаскать там за хвостик, подергать, на взрослых она так не реагирует, вот, но уже начала реагировать, так как дети сильно затаскали ее. Но щенки, когда с ними детки играются, когда они уделяют им внимание, они очень хорошо на детей реагируют. То есть уже человек покупает в семью с ребенком, и щеночек будет не бояться, не кусаться, то есть не воспринимать, что вот, это плохо. То есть, да. Чи є якісь характерні особливості саме цієї породи, от які вважаються найбільш цінними? Я считаю, преданность их. А от якщо ви йдете на конкурс, то да. за якими характеристиками можуть обрати найкращого? Они должны быть уравновешены. Они должны подчиняться своему хозяину. И если собака все делает то, что от нее во время ринга не просишь, а она идет за тобой. Она, ты стал, она стоит, смотрит на тебя. То есть... Ну, это как, вы знаете, как ходячий робот, может быть, кто-то бы сказал. Я слышала многое такое на выставках, но я считаю, что это просто преданность собаке. И вот именно ты ее можешь выставить, и именно с тобой она, вот как у нас мальчик есть черный, такой, как она взрослый уже, он двукратный чемпион Украины. Да, у нас выставочная карьера в 6 лет, и он настолько в этом плане предан, все, что я сделаю, сделает и он. Если я стану, палец покажу, он будет стоять и смотреть на этот палец. Да, если я его поставлю, он никогда в жизни, вот было так, когда я ездила на маникюр в студию, я его садила на столик, и он стоял, ждал, пока я отлучусь, схожу, допустим, там заплачу или еще куда-то, он будет стоять и ждать.
Пока я не приду, вот он настолько предан, настолько я его вот выдрессировала вот этот момент, он будет... Ну, вы его вже ж нікому не віддасте, так? Нет. Це буде тільки ваш Нет. і все. От наскільки ви... Это тоже мои. Це теж ваші? Это тоже мои, да, это мои девочки. Да. Ну, як же так? Це ж їх буде більше, і що? Ще більше, да. І буде ще більше, і ви готові до того, щоб їх було багато. Я їх дуже люблю, мені... Нет трудностей для меня, нет трудностей с ними как-то там купать их, заниматься. Да, это труд, но мне это очень нравится. Наскільки часто треба стригти собачок ось цієї породи? Раз в місяць можна. Я это все делаю сама. Я грумінг делаю сама, купаю сама, стригу сама, выставочные стрижки тоже сама. Других я не стригу, я не берусь, хотя меня очень много раз просили, но у меня просто на это времени не хватает. Угу. Вот. Вы для хлопчика окремі якісь стрижечки робите, для дівчаток окремі, так? Нет, в принципі, нет. Я подравниваю їх по шорстці, коли, допустим, где-то что-то неровності отрастають. Угу. Для них тільки вот ушки, лапки і, в принципі, хорошо вичесать. І поганий апетит – це вже признак чогось недоброго з вашою тваринкою? Чи бувало таке, що ви за зовнішнім не виглядом всегда. Бачили, що щось не так? Не всегда, они очень обидчивы, они могут, да, они могут обидеться и ничего не кушать, от всего отказываться, либо же, если я вот ее где-то оставлю у родителей своих или где-нибудь там у друзей. Гірше, ніж діти. Да, да, она обидится, она ничего, она сутки, полтора, двое, не будет ничего есть. Пить, да, будет, но кушать ничего не будет. А мальчики могут, когда обижаться, ну, как бы, у кого есть собачки, все об этом знают, когда они обижаются, они могут написать где-то. Ну, да, це так. Да. Треба ж показати Именно характер. Особенно, вот, допустим, чьи ботиночки стоят, кто его обидел, он это может сделать. Ну, прям, знаете, шкода, як у котів, так? Да, да, да. Может таке зробити. Вроде, наче не собака, не кіт, але так себе поводять. Ну, і наостанок, звичайно, хочеться щоб ваші тваринки вас завжди радували. Хочеться почути від вас ті побажання людям, які вже зіштовхнулися з такою породою. На що треба звертати увагу? Будь ласка. Значить, з самого початку, якщо чоловік покупає шпица, потрібно його вичесувати. С детства, потому что вылазит шерстка для того, чтобы быстрее она росла, ее надо чесать, чесать, чесать. Нужно обратить внимание дальше на питание. Какое оно будет? Сбалансированное, 50 на 50, это будет корм или обычная пища наша человеческая. Вот. Поговорить с ветеринаром, что нужно, какие вакцины нужно. Может быть, собачка там что-то не воспринимает по еде, потому что очень существует много болезней, когда выпадает полностью шерсть, да, собачка там что-то не то наелась, сладенького или там печенек, и бывают огромнейшие проблемы. Это все нужно до годика, то есть человек, который покупает, он до года уже разбирается, что не так, где что-то, может на шерстке что-то, может там с носиком, с глазками. Все эти проблемы до года определить, в принципе, это не проблемная собака. Если ее чесать, правильно кормить. И гулять. Ну, в принципе, вы знаете, эти собачки могут на пеленочку дома ходить. У кого нет времени, это без проблем. Ну, то есть не обязательно так, чтобы 2 години нет, чи 3 нет, на улице? Нет, нет, они уже... любят очень гулять, но как бы можно раз... За можливості. Да, да. Раз, так, ну, ось так, Іночка, бажаю вам терпіння, звичайно, щоб все складалося. Спасибо. І щоб радували вас такі чудові тварини. Ну і діти, звичайно, щоб всі ви разом знаходили сили все це тримати, так? Ну і, звичайно ж, вони додають, мабуть, і наснаги, тому що не так просто. Да, тварини ці є, але настільки емоційний підйом вони створюють. Ой, ви знаєте, коли вона посмотрит в глаза тебе, я думаю, ні один чоловік не може тебе так в душу, прям вот этими глазами взглянути, як вот эта собака. Звичайно, це такого дорогого варте, тому, ну що, нехай все буде добре, будемо з радістю чекати вас ще у нашій студії, а ми зустрінемось з вами за декілька хвилин.